здравствуйте, уважаемые посетители канала. Раз у нас зашла речь за ослизнение, надо рассказать, так, знаете, кратко, четко по полкам, рабочие методы, которые можно использовать против ослизнений. Итак, что я использовал? Так как вот эта слизь накопилась в районе, грубо говоря, головы, легких, я использовал баню. Я два раза попарился, с перерывом где-то дня два или три, нормальненько. И плюс, естественно, хотим мы того или не хотим, отказываемся от явных слизеобразующих продуктов. Это в первую очередь молочного. Хотя бы на какое-то время отказаться. А тем более отказаться от всех вот этих вот молочных продуктов промышленного производства, которые хранятся там неделями и месяцами. Это не те продукты, которые мы должны потреблять. Они, к сожалению, действуют вот так вот скрыто. Далее, что еще можно использовать? Можно использовать, конечно, голодание. Поголодать. Голодание хорошо выводит слизь. Когда нету процессов, которые идут внутрь, то есть когда мы питаемся, и пищеварение в кровь направляет там пищевые вещества, переварились они, не переварились ли, если мы с вами голодаем, вот этот процесс поставки пищевых веществ разной природы в кровь, он резко прекращается. Зато процессы, которые очистительные идут у нас естественным образом, получают приоритет, и все это ведет к лучшей расшлаковке. Причем здесь очень важно понимать, что длительное голодание позволяет очищать ткани нашего организма аж на клеточном уровне. То есть вот тут чистка, так уж чистка. И самые трудновыводимые шлаки, вот у вас будет белый язык, 30-е сутки идут, а то 40-е сутки идут и так далее. А язык белый. Вот это вот самая вот эта слизь, она уже выводится из межклеточного пространства, очищается лимфа. Из клеточного пространства, то есть после такого голода организм будет вообще, знаете, главное правильно восстановиться, будет зверски себя чувствовать. То есть тут произойдут очень хорошие оздоровительные такие процессы. Энергетика будет, гибкость будет, ну такой, как будто вы скинули несколько там десятков лет. Ну смотря сколько вам лет. Если лет 50-60, то 20 лет после 40-суточного голодания точно. Но как голодать? Этому искусству надо научиться. Ко мне на канал. Это значит, на клеточном уровне мы очищаемся. Значит, далее, вот можно просто-напросто там каким-нибудь раствором промывать там нос, можно промывать уриной нос хорошо, то есть для того, чтобы вот с гайморовых пазух там помывать разного рода то, что у нас накопилось за всю жизнь. Это также работает. Но мы с вами теперь вернемся вот к ослизнению, к накоплению слизи в легких, которая вот потихонечку она накапливается, легкие перестают работать, и пошли там разного рода бронхолегочные заболевания, и не знаешь, как от них деться. Пытаются тем там лечить, пытаются всем там лечить. Значит, что? Здесь слушайте меня внимательно. Смотрите, вот у нас в легких и бронхах накапливается слизь. В бронхах у нас есть такие ворсинки, которые вот эту вот всю слизь поднимают наверх. Но из-за того, что они настолько бывают залипшие, что они перестают работать. Слизь эта начинает комковаться, то есть сгущаться, и уже ворсинки, они, ну, слизь типа жидкую еще, они поднимают. А когда слизь становится более сухая, скажем так, обезвоженная, они уже не могут ее полноценно выкинуть, наверх поднять. И вот тут-то, на помощь приходят гимнастики, звуковые гимнастики. То есть, когда мы с вами вот просто-напросто говорим, вы, наверное, там заметили, что многие ораторы,
особенно по телевидению, там они поговорили потом. То есть за счет того, что человек говорит, у него идут здесь вибрации, и эти вибрации позволяют лучше отходить вот этой самой слизи. Поэтому можно использовать и нужно использовать. И я думаю, что даже когда люди больны этим самым, угольная пыль забила легкие у шахтеров, можно и нужно использовать вот эту вот звуковую гимнастику, а именно просто-напросто петь. И это пение, знаете, такое спокойное, так мелодично поете, да-да-да-да-да. Орать там особо не надо. Но вот чтобы длительное воздействие было, чтобы ворсинки заработали за счет вибрации, в конце концов, все это дело начало разрыхляться и подниматься вверх. Для этого надо петь не менее часа, а лучше, если у вас имеются какие-то серьезные заболевания, например, бронхиальная астма. У шахтеров этот силикоз, по-моему, он так называется, там бронхит, там какая-то там еще простуда. Ну, естественно, как бы не в острой стадии, а то все болит, а вы еще в острой стадии будете это все делать. Нет, вот когда это спокойно. Петь от часу до двух спокойные песенки поете, чтобы чувствовали, что вот это все у вас ходит. Можно, конечно, там звуки какие-нибудь произносить, такие о, у, ам, особенно на мы ам, 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 ам. Что тут идут вибрации, и в голове идет вибрация. Это очень такие интересные вещи. Далее, если у вас слизь имеется, особенно, знаете, вот это какая-то гниеродная, и там еще инфекция, используйте нюхательный табачок. Нюхательный. Вот тут он работает так, как надо. Я показываю, сколько брать. Буквально вот на зубочистку. Конец зубочистки. Вы взяли, видите, сколько? Нюхнули, зачерпнули другой. Другой. Все, больше не надо. И так поступаете. Можно поступать несколько раз в день. Допустим, от 3 до 7 раз. Это отлично. Здесь будет дезинфицировать вам лобные пазухи. И вот эти вот головные боли, лобные боли от гайморита, ну и вообще вот это вот плохое состояние, естественно, потихоньку уйдет. Итак, можно еще что делать? Можно, конечно, делать специальные паровые ингаляции. То есть вы берете горсточку сухой травы, полыни, например, или шалфея, или эвкалипта, или, допустим, березы, ну что-нибудь душистое, можно даже какую-нибудь хвою, в кастрюльку эмалированную, туда литра два воды только, опачки, залили, наклонились сверху полотенцем махровым и дышите, для того, чтобы вот это еще и продезинфицировать бронхи и способствовать тому, что все это отделяется. Хорошо, конечно, чаи разные пить, там липовые цвет, там, которые вот гонят пот. Очень важно еще, когда гонится пот, то вот с этой жидкостью потовой выходят вот эти вот и слизистые шлаки. То есть здесь очень хорошо влияет жар на то, чтобы, с одной стороны, это все пришло в движение, стало помягче, и, естественно, подошло к органам выделения, там, легким, носоглотке. Ну и поры кожи нам здорово помогают. Итак, для того, чтобы избавиться от слизи в легких и носоглотке, вы можете использовать парную ингаляцию. Обязательно, у кого особенно что-то серьезное имеется, какое-то заболевание бронхолегочное, это пение
произношение вот этих вот звуков, мычащих, когда... Ну, лучше всего петь, знаете, когда человек поет, как-то это не в напряг, и в то же время вот эта звуковая гимнастика работает. Пение, естественно, активный образ жизни, чтобы у вас было, чтобы вы ходили на свежем воздухе. А то вы думаете, что так, я сижу там, грубо говоря, смотрю телевизор или там в офисе, или что-то это, и все у меня нормально будет. Нет, должна быть циркуляция. Слизь накапливается из-за того, что мы съели там кофе, вот это вот, все это там. Плюс еще, я не говорю, масса других слизеобразующих продуктов, содержащих так называемый вот этот белок глютен, который там накапливается в нашем организме, она тоже там работает. Мы сейчас только говорим вот о молоке и молочных продуктах, не говорим там о других продуктах, которые ослизняют. И тогда, естественно, мы выгоним эту слизь, и надо питаться так далее, чтобы она не накапливалась. И очень важно еще, я хочу заметить, это то, чтобы вы не наедались, когда кушаете пищу, вот, допустим, завтракаете, не наедайтесь до отвала. Вот так, знаете, поели что-то, ага, как бы сказать, червячка заморили. И у вас к обеду должно возникнуть здоровое чувство аппетита. Хочется. Это говорит о том, что наш организм усвоил, пережег, и где-то даже вот, вывел там, куда-то там остатки, будем так говорить, подготовил их к выведению. Если же, и потом уже кушайте. Чтобы вот это вот чувство голода было, это одно из здоровых чувств, которые позволяют ценить жизнь и оставаться здоровым. Как только у нас возникает пресыщение, это говорит о том, табачок работает, что наши органы пищеварения и выделения не справляются. И вот тут-то пошло ослизнение организма. Незаметно, так сказать, знаете, вот, но верно. И потом начинает через несколько лет этого ослизнения появляться те или иные грозные заболевания. Чтобы вы знали, понимали, как от этого избавляться. Еще разок повторим. Значит, смотрите, это ингаляции. Дело хорошее, особенно когда там простуда, когда там инфекция имеется. Подышали паром с какими-нибудь травками такими душистыми, чтобы все это разжижилось, лучше выходило. Ингаляция. Далее мы используем, можно просто парную использовать, что я и делал. Далее пение очень хорошо. И, естественно, отказ от вот этих слизеобразующих продуктов. И вот если это мы хотя бы будем делать, этого оказывается настолько достаточно, что мы будем чувствовать себя легко и уверенно многие-многие годы своей жизни. Ну, на этом я и закончу. Я благодарю вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала